справедливости ради, показал себя тоже в хорошем ключе. Смотрим дальше. Пятый и последний поединок этого выпуска. Калмырзаев Айбек против Садыкова Бахриддина. Очередное противостояние ребят в легком весе. Ракс, боец в синем углу. Весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 168 сантиметров. Ему 26 лет. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Тренер Машар Арапилов, Джол Дубай, команда Акбарс, Октябрь. Встречаем Калмырзаев Айбек! И его соперник, весовой категории 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Команда «Мангус», тренер Тугизбаев Мансур, Узбекистан, Наманган, 20 лет, встреча. Садыков Бахриддин! Айбек Калмырзаев против Бахриддина Садыкова. Бой в весе до 61 килограмма. Первый раунд. Сразу же начинает Калмырзаев действовать куда активней. Бахриддин. Следующий парень подготовится. Умер Заклан Джавахир. Кстати, оба бойца любят поработать стойки, как мы видим, несмотря на то, что Калмырзаев является КМС по самбо, начало решил отработать именно в стойке, попытаться поразмениваться ударами. Посмотрим, какие дивиденды это ему принесет. Долговязый против тучного, я бы так назвал этот поединок. Собственно, сами понимаете, кто есть кто. Вес абсолютно одинаковый, но Бахриддин на 10 сантиметров повыше. Нет, все-таки на 8. 175 против 167 у Калмырзаева. Хорошая атака от Айбека. Второй выпад не удался. Да, подсказывает, что пора переводить драку в партер. Посмотрим, есть ли это в планах Айбека. Чувствует он уверенность в себе. Возможно, принципиально пытается переиграть своего оппонента именно в стойке. Все-таки у Садыкова в этом смысле есть преимущество, длинные руки. Но за счет юркости, быстроты, за счет активных действий. Ну и все-таки Калмырзаев постарше. 26 лет ему, у Садыкова всего 20. И здесь определенный психологический барьер в плане возраста тоже может создаться. Хотя, я думаю, профессиональные бойцы не особо держат это в уме. Хороший хай-кик. И пошел в атаку Айбек. И поймал оппонента. Вот в партере он смотрится куда увереннее. И давайте посмотрим, удастся ли бросить. Назад валит. В отличную позицию вышел. Еще 2 минуты. И начинает работать. Начинает здесь Бахриддин без шансов. Даже не пытается вязать. Вот сейчас только выставил руки. Еще одна неплохая атака.
все-таки нашел возможность защищаться. Садиков поднял ноги. Ну, Калмурзаев в такой ситуации разбирается довольно просто и продолжает молотить оппонента. Жалко, не видно нам с этой камеры. Давайте посмотрим вот с этой. А куда делась-то голова Садикова? Ну, она где-то там внизу. Ну и трибуны действительно вдохновились. Сейчас мы слышим отчаянный свист и крики в поддержку Айбека Калмурзаева. Он в своей стихии определенно. Ну и все-таки Бахретдинов выкрутился. Еще 40 секунд в первом раунде. Продолжает атаковать. В такой ситуации защищаться, конечно, полегче. Даже пытается Бахредин встретить ударами снизу. Мощные удары сейчас от Калмурзаева, акцентированные, точные. Садиков пока терпит. Осталось, правда, ему немного ждать до гонга. Закончился первый раунд. Ну и вновь у нас пауза между раундами. Ну, определенно, в этом бою есть явный лидер. Калмурзаев Айбек. Первый раунд действовал куда более активней. И действительно, очень серьезно поработал над своим оппонентом. Вот в этой ситуации с невероятным количеством ударов по себе получил Садиков. То, конечно, определенным образом сказалось на его состоянии. Посмотрим, дотерпел все-таки до паузы. Как все сложится во втором раунде. Если Калмурзаев продолжит в том же темпе, то, скорее всего, этот поединок завершит досрочно. Ну вот, собственно, сигнализирует Хайрат Мусаев, что пора бойцам возвращаться в клетку. Бойцы в октагон. Айбек Калмурзаев уже здесь. Бахредин Садиков следом. После этого боя подготовиться. Умирзаков Джалохир. Тагдыр Муратов. Ну и второй раунд, друзья. Не обращайте внимания на небольшую ошибку. Второй раунд противостояния Айбека Калмурзаева и Бахредина Садикова. Ну, я думаю, нацелен здесь Айбек на то, чтобы вновь в такой же ситуации довести бой до победного. Полминуты уже сожгли. Выжидают. Хорошая попытка тейкдауна в исполнении Калмурзаева. Переводит он все дело в партер. Здесь в такой ситуации над оппонентом, конечно, зачастую доминирует. Но мы видим, Садиков вырывается. Пытается сам насесть сверху. Кстати, ему это удалось. Но мы знаем, что против него самбист. Посмотрим, что исполнит Айбек Калмурзаев в такой ситуации. В проигрышной позиции находится. Это точно. И все-таки.
И была попытка выкрутиться, в итоге не удалось. Хороший удар от Бахретдинова. И сейчас попытка отдышаться от обоих. Бахретдин теряет драгоценное время, давая противнику прийти в себя и восполнить силы. Но все-таки продолжает работать. Да, очень круто вышел в эту ситуацию. А вот Айбек дождался момента. И теперь уже он сверху. И вот опять может повториться ситуация из первого раунда. Да. Садикову не хватило банально сил. Продолжает Калмырзаев атаковать. Очень неприятно. Сразу 4-5 ударов акцентировано в лицо. И здесь уже Бахретдин не защищается. Судье пора бой останавливать. Просто избиение у нас происходит. Браво! Побеждает Айбек Калмырзаев, с чем мы его, собственно, поздравляем. Но действительно, было ощущение, что, так знаете, солидно за счет преимущества психологического даже, больше, нежели физического, победил. Во втором раунде за 2 минуты 58 секунд. Ну, побеждает Айбек Калмырзаев, как вы, собственно, понимаете. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся. Закончился первый выпуск трансляции с турнира VF Pro Fight с города Джалалабад. Услышимся в следующих выпусках. Не пропускайте VF на телеканале НТС Спорт.